Это Магнитогорский металлургический комбинат. Кузница России. Таких, по сути, немного. 4, по-моему. Но этот лучший. Лучший по многим причинам. Больший, чем где-либо в мире, это раз. И мы говорим о самом крупном предприятии в мире, которое располагается в одном месте. И это наш город. Я люблю наш комбинат. Но вот какая оказия случилась. Мой дед погиб на нашем комбинате, когда моей маме было 5 лет, а дядя папы, по сути, и не помнит. Таких людей много и сейчас, потому что они работают без страховок или с такими штуками, вид которых приводит в убожество. Как эту фигню одевать-то? Ну как? И вот по этому событию оно и состоялось в Магнитогорске. Вам была представлена лучшая продукция для безопасности людей на высоте от фирмы «Дельта Плюс». Человек. Человек звучит гордо. И человеческая жизнь стоит гораздо дороже, чем что бы вы хотели себе представить. Человек должен жить и работать. И не всегда такое случается, что люди, которые на вас работают, находятся в приспособленных условиях. То есть, если мы будем говорить о металлургическом комбинате, да? То есть вы прекрасно понимаете, что люди, пункт номер один, они, по сути, сгорают на производстве, да? Пункт номер два. Есть такие вещи, в которые не просто необходимо дополнительные крепления. Очень хорошее крепление, которое вам предлагает фирма «Дельта». Замечательное крепление, просто суперское крепление. Почему мы это не умеем делать? Я не знаю. Наверное, когда-нибудь мы это сможем сделать. Но сегодня, сейчас мы о чем будем говорить? Пункт номер один – это французская фирма. То есть и пункт номер два. Вы прекрасно понимаете, что с Францией мы должны дружить, потому что это часть и лучшая часть европейского сообщества. Да, это делается у них круче, но и это и есть неплохо. Мы когда-нибудь это сделаем, возможно, будет это скоро. Но сегодня и сейчас, чем мы будем дорожить вместе? Мы будем вместе дорожить человеческой жизнью. Потому что я же видел события, которые заставляют людей, ну, мягко говоря, скажем так, хвататься за сердце. То есть, когда кто-то упал. Сегодня и сейчас, используя вот это оборудование, замечательное оборудование, ваш человек просто не упадет, он не сможет этого сделать. Вы знаете, сколько стоит человеческая жизнь? Миллионы, и не рублей, а долларов. Да, господа мои, 300 миллионов рублей. И не очкуйте, господа, цените чужую жизнь. Хороший и реально большой дом, и компенсация нормальная за все то, что человек мог бы сделать. Но благодаря вам, господа, не сделал. Что такое? Вас куда-то пробило? Ну, естественно. С такими нормальными штрафами вам, мягко говоря, капец настанет. И даже если это комбинат, я уже не говорю о мелком бизнесе. Или будете реально грузить страховые компании, или купите отличную страховку. Ваш выбор. Я бы купил оную. К слову, об оной. Французская фирма «Дельта Плюс» отмечает каждую. И в случае опасности она вам выдает сигнал на сотовый. Круто? Чтобы, извините, человек не залатал все обратно и не дал другому уже косячный товар. А вы не знали? А есть такое. Теперь работа на высоте. Вы вообще смотрели ваши трубы или поднимались по пожарной лестнице? Не поднимались, а я поднимался. Очко, и не то слово. Вот с такими приспособами проще будет однозначно. Мало того, высота не детская, как туда добраться? Примочки есть. Супер! Двойной прихват со страховкой и везде, и это доступно. Понятно, что имея такие вещи, с вашим человеком ничего не случится. Вы видите, вы меняете, не попадаете на бабки, если только спец, не дебил конченый. С таким разговор особый. Не взял, сиди дома. И о высоте любой, забудь. Вот как надо делать. Везде. Да, то, что мы здесь с вами смотрим, да? Это спецодежда для работы на высоте. Да, здесь представлена спецодежда для работы на высоте. И привезли с собой некоторые средства индивидуальной защиты, которые защищают голову от разных падений, разных других катаклизмов. Но наша компания «Дельта Плюс», мы вообще производим все 5 групп средств индивидуальной защиты. Это средства головы, средства защиты головы, рук, рабочая обувь, средства защиты от падения с высоты, ну и саму спецодежду, соответственно. Вот. Но тематика на сегодняшний день
конференция, в которой мы принимаем участие, то есть она посвящена, мы посвятили средств защиты от падения с высоты и средств защиты головы. То есть мы будем говорить, что вы, в принципе, все производите, да? И я бы сказал таким образом, если бы мы, в конце концов, обратились к вам, то есть предприятие города Магнитогорска, Магнитогорский металлургический комбинат, да, все, вот у нас очень много, мы так и работаем, понимаешь, дома строят, все остальное, это было бы в действительности круче, то есть для нас самое главное – человеческая жизнь, правильно? Да, конечно, безусловно, человеческая жизнь, она превыше всего. И, соответственно, наша компания, мы, в принципе, делаем все, чтобы труд был безопасный, самый безопасный. Вот. И, соответственно, все наши средства минеральной защиты, произведенные нашей компанией, они именно для этого и служат. То есть давайте все-таки беспокоиться о тех людях, которые на нас работают. Ну, конечно. Мы, в принципе, этим путем и идем, и наша компания, если, допустим, любое предприятие обратится к нам, то из нашего ассортимента можно выбрать любое средство защиты, которое, я думаю, что устроит именно под профиль предприятия, под ту отрасль, в которой она работает. То есть из нашего ассортимента можно выбрать очень многие СИЗы. Конечно, событие сие привлекло внимание. Но не хотят люди сидеть, не хотят. Вообще, при применении качественных, а лучше всех вещей от Дельты Плюс, ваш человек в 95 случаях в жизни будет защищен. Ноги не мерзнут, руки не повредятся, голова тоже. Плюс всевозможные страховки для любых ситуаций. Чем это не жизнь? Да, это стоит больше денег, чем косячные приспособы, не гарантирующие эффекта. Но вспомните про цену жизни. Вам такое надо? Мне такое не нужно. Понятно, что люди интересовались и будут это делать. И цена жизни уже озвучена. Я думаю, придется присесть всем. Естественно, все заплатят за все 212 человек, почивших на лайнере. Заплатят все. Но используя СИЗы от Дельта Плюс, вы будете от этого застрахованы. И меня интересуют люди, работники комбината. Чем меня интересует работники комбината? Потому что это мои зрители. И мне бы хотелось, чтобы они жили как можно долго. И еще и дольше, чем работали бы на комбинате, естественно. То есть я не хочу, чтобы у них возникли какие-то либо проблемы. То, что мы будем говорить в сегодняшний день, мы вам продемонстрировали, да, суперовски. То есть, что предлагает фирма Дельта Плюс? Изумительные технологии сбалансированного производства. То есть человек залазит вверх, вот даже такая штучка у меня есть, на 10 метров, представляете, можно закрепить 10 метров отсюда, это почти купол. Представляете, просто закрепили, зацепились и потихонечку полезли, используя вот эту штучку. Клевая. Почему это нет у вас? Я не понимаю. Если придете и посмотрите, да и вообще, тут я вам потом покажу адрес, где вы все это дело сможете увидеть. То есть мы говорим в данном случае о технологиях, которые вам сделают безопасность, когда вы работаете сверху или вообще. То есть, ну понятно, да? Прицепили к себе. Раз. То есть вот это, с этой штукой вы не привязаны ни к чему, понимаете? Вы можете пройти туда, сюда. Понятно, да? То есть нету жесткой привязи, да? Есть и другие штуки, которые не имеют жесткой привязи. Ну вот такая же штука, да? То есть она потихонечку, вы отходите, отходите, отходите. Нормально? А если что-то случилось, оп, и вы висите, ясно? Да, нормально. Ну и все остальное. Это просто изумительно. То есть, если вы обратитесь в эту фирму, то... И, кстати, не обязательно комбинат. Потому что комбинат – это часть производства. То же самое трес-магнитострой. То же самое все монтажные структуры, которые делают вам дома. У нас это есть в том количестве. То же самое, допустим, специализирующие предприятия комбината, которые работают на доменной. Это будет красиво. ЖКХ в том числе. Представляете, ну, человек на четвертом этаже вроде падать-то не сильно высоко, да, всего 10 метров. Но это капец. Мы не умеем падать. Человек не рожден падать вообще. Максимальное количество, с которого он может упасть, 2 метра. И то, если это хороший специалист, если он умеет это падать. Все, что выше, это травмы и все остальное. То есть, вот с чем вам необходимо работать. По сути событий, одну такую штуку
и она работает гораздо дольше, чем все, что было у вас. Итак, где найти? Вот вам телефон регионального представителя. Вам надо только созвониться и объяснить вашу проблему. А результатом вы будете довольны однозначно. Потому что таких приспособ нет в России, да и в любом другом некрутом государстве точно